Hello everyone, здравствуйте, пятый класс. Тема нашего сегодняшнего урока – Description of people for a blog – описание людей для блога. Сегодня у нас с вами дан небольшой текст, и сегодня вы должны будете написать свой текст по образцу этого, так как тема нашего сегодняшнего урока – это описание людей, и сегодня у нас writing – письмо. Итак, давайте с вами сначала рассмотрим текст-образец. Here's a photo of some people at my sister's birthday. Здесь фотография нескольких людей на дни рождения моей сестры. Далее. The two women at the back are my mom and my aunt. Две женщины позади – это моя мама и моя тетя. Дальше. My aunt is on the right. Моя тетя справа. She's serious, but she's nice. Она серьезная, но милая. My mom's got fair hair and she's very friendly. У моей мамы светлые волосы, и она очень дружелюбная. Итак, после того, как вы прочитаете этот текст-образец, вы составляете свое описание по вот этой вот фотографии. Представьте себе, что это, например, ваш день рождения, и к вам пришли гости. Например, это будет ваша тетя, а это будет ваш дядя. И вам необходимо составить описание при помощи этого текста образца. Давайте с вами разберем и попробуем, как мы уже это все учили делать. Итак, смотрите внимательно. Здесь на картинке изображены, ну, пускай будет тетя, дядя. Как будет тетя, дядя? Вы учили, это будет ваше домашнее задание. Два мальчика, это будет two boys, а девочка будет girl. Итак, вы начнете свое описание, все будете делать максимально похоже к этому тексту образцу. Here is a photo of some people. Здесь here is, это у нас согласно таблице глагола to be, is, видите, a photo of some people, это здесь фотография нескольких людей на, можете написать my birthday party, как вам будет удобно. Дальше идете и делаете описание. Здесь написано the two women, вы пишете, например, the woman is my aunt, например, напишите, да, the woman is my aunt. То есть женщина — это моя тетя. The man is my uncle. The man is my uncle. Это будет мужчина на фотографии, да, который — это мой дядя. Почему мы ставим is? Напоминаю вам, что у нас есть таблица глагола to be. И когда вы хотите сказать, что кто-то кем-то является, вы говорите is. Женщина является моей тетей, мужчина является моим дядей. И продолжаете описание. Потом вы говорите про мальчиков и девочку, например, да? Two boys and a girl are my cousins. Почему are? Потому что множественное число — это they. Two boys and a girl are my cousins, являются моими двоюродными братьями и сестрой. Дальше. Вы описали это с помощью таблицы глагола to be, которая у вас есть, которую мы с вами изучали. Вы начинаете описывать внешность. У кого что. Например, у моей мамы светлые волосы. То есть у моей тети светлые волосы, у моего дяди темные волосы. Вы описываете при помощи глагола have got, has got. Например, my mom's got. Смотрите, вот через апостроф спрятано здесь has. My mom has got fair hair. Вы пишете my aunt has got fair hair. То есть моя тетя, у моей тети светлые волосы. Дальше. My uncle, мой дядя, has got, также, дальше пишите, two boys
have got. Почему have, не has? Потому что это two boys, два мальчика, да, множественное число. They have. Все, как мы с вами учили. То есть сначала вы используете таблицу глагола to be, потом глагол have got или has got. И описывайте эту картинку. Сначала кем они являются, а потом описывайте немножко их внешность. Можете сказать про глаза, какого цвета, придумать там, да, и так далее. Итак, пишите все это в тетради, записывайте сегодняшнее число, тему урока и пишите описание картинки. Все, good luck, всем удачи, жду ваших работ до 19:00.